По словам наблюдателей, которые уже не первый раз участвуют в избирательных кампаниях, на этих выборах люди шли голосовать гораздо активнее, чем раньше. С самого утра чебоксарцы стремились на участки, чтобы отдать свой голос. Порой даже выстраивались в очередь за бюллетенями. Наблюдатели признаются, приходилось зорко следить за тем, чтобы не было нарушений, агитации, чтобы каждый проголосовал в закрытой кабинке. Для меня было неожиданно, что будет столько народу, потому что погода такая пасмурная, еще выходной день. Ну, народ активный. Народ активный. В избирательных кампаниях сегодня первый раз. В принципе, работа интересная, мне даже нравится. В целом выборы проходят спокойно. На участок люди приходят с настроением, все голосуют с настроением. Это у меня пятая. Была 4 раза, а сейчас 5-я избирательная кампания. По сравнению с прошлым годом, сегодня явка, я так вот считаю, что гораздо больше людей пришли. Явка видимо, выше? Явка выше, да. И люди более активные. Нарушений пока в бумажном виде не зафиксировано. По закону на каждый избирательный участок партии могут направить одного наблюдателя и одного члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Получается, по 2 человека от партии. Наиболее активными оказались эсеры и либерал-демократы. В целом, все те, кто наблюдал за ходом голосования, отметили, что нарушений не было. Это мой не первый опыт работы наблюдателем. До этого я участвовал наблюдателем в качестве на экзаменах ЕГЭ, так называемых, скажем так. А именно наблюдателем на выборах я участвую впервые. В целом никаких нарушений, чего-то подобного выявлено не было на данный момент. Выборы идут хорошо, нарушений никаких нет. Один нюанс у нас получился как? Я просмотрел, значит, председатель вышла и бросила бюллетени. Мы ее спросили, казалось, она сама проголосовала, подтвердила, дала он так же, как и я здесь. Так что все прекрасно приготовлено здесь.